Ивановская областная дума в ближайшее время примет очередные поправки в региональный бюджет этого года. Изменения касаются роста доходов на 655 миллионов рублей за счет очередных трансфертов из федерального бюджета. Таким образом, объем доходов региональной казны чуть превысил 50 миллиардов рублей, а расходы – 54 миллиарда. За счет столичной помощи решили не сокращать дефицит местного бюджета, и он остается на прежнем уровне в 4 миллиарда. Поступления потратят на другие цели. В частности, вырастет размер дорожного фонда, который теперь составит 6,5 миллиардов рублей. Деньги большие, но пока объем фонда не дотягивает более чем на миллиард до показателей прошлого года. Тогда дорожники распоряжались суммой почти 8 миллиардов рублей.